Всем привет! Меня зовут Антон Янжула, и в Bitex я занимаюсь разработкой бизнес-процессов и автоматизацией. Сегодня поговорим, собственно, про автоматизацию роботов, бизнес-процессы, про новинки, все, что мы сделали за период самоизоляции. Собственно, зачем автоматизировать? Для того, чтобы сформировать правила обработки процессов на предприятии, снижать требования к опыту персонала, избавить сотрудников от рутины, повысить их эффективность, а также сэкономить их время на какие-то рутинные операции. Автоматизация в Bitex24 представлена модулем бизнес-процессов, который тесно связан со всеми основными инструментами Bitex24. Это CRM, задачи, диск, процессы, списки, магазин. Собственно, более 100 действий возможно для использования в бизнес-процессах. Они активно работают с чатом, с живой лентой, открытой линией, почтой, календарем, графиком отсутствия. Возможность есть отправки смс и все остальные действия, также действия, которые делаются с помощью REST-а разработчиками приложений для Bitex24 маркета. Собственно, автоматизация помогает нам работать, обрабатывать все события в любое время дня и ночи, представленные классическими шаблонами бизнес-процессов, роботами, а также RPA. Собственно, в период весна-лето и осень текущего года мы активно занимались новыми разработками во всех основных инструментах, включая CRM и магазин. В CRM и магазине появились новые роботы, такие как работа с отгрузками, с наблюдателями. Появилась возможность запустить бизнес-процесс из роботов, также работа с реквизитами. Это выбор реквизитов и изменение реквизитов непосредственно из роботов и из БП. Новые триггеры, такие как отслеживают они изменения полей, изменения ответственных, реагируют на заполнение идентификатора отправления, это для магазина, на статус задач и на принятие чата оператором. А также добавлена возможность фильтровать входящие сообщения из чатов открытых линий, что позволяет некоторые сценарии организовать наподобие чат-ботов. Добавили возможность вложений в роботы отправить письмо, смс и сообщение в открытой линии. Добавлены новые поля и новые настройки. В задачах мы реализовали наиболее популярную фичу – это работа с пользовательскими полями. Это создание задач, изменение задач. Внутри везде поддерживаются пользовательские поля, их заполнение и чтение. Также мы добавили возможность привязывать к CRM из вложений, из переменных, из выражений. Вложения не только сейчас из диска можно сделать, а и из полей и выражений, из переменных бизнес-процесса. Добавили возможность создавать подзадачи из роботов. В REST-е мы добавили, сняли ограничения с REST роботов, добавили возможность редактировать их в дизайнере. Соответственно, теперь можно просто создавать всегда робота, он будет работать одинаково и в дизайнере роботов, и в дизайнере бизнес-процессов. Разработали крутую фишку, это встраивание в интерфейс настройки роботов и действий. Это позволило нашим партнерам создавать более интересные роботы и в приложениях Bitex24. Возможность выполнить запрос доп. Информации через REST, это тоже очень просили. И добавили возможность реакции триггера генерации документов, если вы его генерируете через REST. В дизайнере что добавилось? Для полей типов файлов добавились новые модификаторы, которые позволяют получить публичные ссылки, короткие ссылки на файлы, а также название файла прочитать для вывода их в уведомления либо в письма, где вы их используете. Добавились новые строковые функции для работы с регистром строки. В интерфейсах расширены поля для ввода выражений и функций. Их можно будет растягивать. То есть теперь нет таких маленьких коротких полей, например, когда вы заполняете числа. Все формулы и выражения у вас видны на экране.
Добавлена возможность комментировать действия в шаблоне, для того, ну, чтобы вы могли оставить свои заметки либо для себя, либо для тех, кто еще с вами редактирует один и тот же бизнес-процесс. Добавили возможность настраивать видимость и сортировку шаблонов, которые вы можете запускать из меню вручную на сущностях. В роботах мы добавили возможность использовать их на бесплатных тарифах. Это 5 роботов доступно на проекте, на тарифе проект. В интерфейсах изменены интерфейсы работы с паузами ожидания. То есть раньше минимальная пауза была 10 минут, и клиент мог настроить 1 минуту и не понимал, почему, собственно, робот не работает через 1 минуту. Сейчас в интерфейсе эти все подсказки есть и не дают клиенту запутаться. Также мы добавили крутую фишку, это возврат данных из триггеров. Теперь триггеры возвращают данные. Первый триггер — это будет ответ оператора. Он будет возвращать количество секунд, через которые оператор принял чат в открытых линиях. И это можно будет использовать в роботах и в дальнейшем, и в условиях роботах, в бизнес-процессах. Новые действия — это условия «не содержит» и «не содержится» добавили. В действии изменения документов появилась возможность до записи множественных полей в документ. Добавились смешанные условия, это такие условия, при которых вы можете сравнивать и поля документов, и переменные, и константы, и результаты дополнительных результатов из роботов. И все в одном условии, объединять их, не нужно будет создавать новых переменных. В выборе сотрудника мы добавили возможность не выбирать уволенных сотрудников, расширили возможности информации о сотрудниках. Теперь там есть информация о пользовательских полях, которые вы добавляете в карточку сотрудников, и возможность сохранять данные при отмене в запросе доп. Информации. Это то, что мы уже сделали. Это часть из того, что я сказал, уже вышла на порталы, часть еще в тестировании. Сейчас в работе у нас умный сценарий, это новая задача от команды BitX24 Market. По сути, это новые сценарии, основанные на роботах, которые дадут вам возможность групповых действий с сущностями в CRM и в магазине. Также мы работаем над новыми роботами. Более 20 роботов запланировано на этот релиз. Над ускорением, над оптимизацией. Ну и, конечно же, RPA. У нас запланирован новый пакет фич на ближайшие релизы. Вот, собственно, такие обновления у нас вышли. Прежде чем ты освободишь место и займешь место в зрительном зале, вопрос тебе такой. Вот по RPA видишь ли ты и какие сценарии, если видишь, развитие его в мобильную часть, в мобильной версии? У нас есть карта проекта. Угу. В ближайших релизах, в принципе, это одна из фич, которая вот в ближайших релизах мы ее начнем реализовывать. Раскроешь какой-то сценарий один? Ну, на скриншотах он был на релизных. Раскрой. Сценарий работы? Да, именно в мобильной версии. Ну, будет полноценная возможность работать с RPA, с выполнением всех заданий RPA, с уведомлениями, с пушами, все как вы любите. Окей, Антон, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы сейчас уже переключимся очень скоро сначала на Стаса. Он к нам приехал, прямо сюда, в офис. А Степан будет также удаленно, но позже. Поехали тогда. Здравствуйте, коллеги. Сегодня мы с вами поговорим о роботах и автоматизации в BitX24. Немножко Антон уже это затронул. Мы разберем чуть подробнее в рамках того тайминга, который у нас есть. Давайте поговорим сначала о какой системе автоматизации мы можем говорить в BitX24. У нас есть сейчас бизнес-процессы и роботы. Что такое бизнес-процессы? То есть это более сложные механизмы для достаточно продвинутых партнеров, которые изучают объемный материал документации, который есть,
И этот механизм позволяет решать очень сложные задачи. Роботы – это механизм автоматизации, который намного проще. Он позволяет делать какие-то простые пользовательские сценарии и людям, которые не имеют достаточно большого опыта. Пойдем дальше. У нас на слайде представлены сущности, которые сейчас связаны с бизнес-процессами. То есть живая лента, CRM, файлы, универсальные списки, списки групп, документооборот. Документооборот – это самый старый модуль, который использовал бизнес-процессы. Далее, значит, в живой ленте в основном делаются бизнес-процессы у крупных компаний, где согласовывают договора, где согласовывают счета на оплату, входящие и исходящие. Также заказывают всевозможные товары, также согласовывают отпуска и прочее. То есть в основные крупные компании используют бизнес-процессы в живой ленте. В CRM используются бизнес-процессы для настройки сложных сценариев, которые взаимодействуют с сущностями CRM, то есть следы, сделки, контакты компании и так далее. В файлах, к сожалению, мы за столько лет работы не нашли ни одного рабочего сценария, где мы могли бы использовать бизнес-процессы. Наверное, какие-то партнеры их используют, мы, к сожалению, так и не нашли. Универсальные списки – это самая любимая партнерская сущность, где постоянно что-то вносится нового. То есть все таблички Excel, которые есть в компаниях, зачастую переносят в универсальные списки, и им хочется хотя бы банально использовать те же формулы, которые есть в Excel. Также есть списки групп, это по сути те же универсальные, но они есть на большей части тарифов. Пойдем дальше. Где же есть роботы? Роботы есть в CRM, в задачах, в RPA и в интернет-магазине. Про CRM я уже немножко сказал в бизнес-процессах. Там есть две модели. Первая – это чистые роботы, где, скажем так, простыми действиями в линейной форме можно сделать какую-то автоматизацию. Например, заполнить какое-то поле и сменить стадию. Соответственно, в этом инструменте есть возможность переключиться на более сложный конструктор бизнес-процессов, где это будет называться роботом, но внутри будет полноценный конструктор, где можно использовать бизнес-процессы. Как сказал Антон, не так давно компания Bittrex позволила использовать роботов также в сценариях бизнес-процессов. То есть, если раньше мы делали два приложения, то теперь у нас приложение, которое, скажем так, создает кастомные роботы, может работать как в роботах, так и в бизнес-процессах. Это стало намного удобнее. Что касается роботов CRM, я могу сказать, что использование вот таких вот роботов, привязанных к стадиям, имеет определенные преимущества и недостатки. Преимущество в том, что если стадия запустилась, все, что в ней есть, отработало по условиям. Если стадия не запускалась, ничего, соответственно, в ней не нужно будет отрабатывать. Если используются бизнес-процессы, мы их внутри компании называем сквозные бизнес-процессы, то есть они не зависят от стадии и статусов сущности, соответственно, они могут быть запущены в любой момент. Раньше было неудобно то, что приходилось для каждого статуса и стадии обыгрывать свои сценарии, проверки, и это было достаточно трудоемко. Сейчас этого нету, используйте роботов и получайте результаты. Что касается задач. В задачах мы можем использовать, естественно, роботов. Как уже сказал сегодня Антон, новые добавляются. Мы со своей стороны тоже не спим. Чуть позже я расскажу, что мы сделали именно для задач. Вот. И пойдем дальше. RPA. RPA – новая сущность, которая не так давно появилась. По сути, мы считаем, что это полноценная замена бизнес-процессам в живой ленте. То есть, когда компании вот все процессы, которые у них раньше происходили в том месте, переносят в более удобное, понятное и самое главное – простое. Потому что для обучения сотрудника, который будет работать в бизнес-процессах, требуется от полугода и больше. Для работы в роботах требуется буквально месяц, и уже неподготовленные пользователи начинают использовать в том числе и RPA. Заказы интернет-магазина, по сути, это та же сущность CRM, только в ней пока присутствуют только роботы. Чуть позже поговорим об этом. Я уже на самом деле в общих чертах рассказал, где и как используем мы бизнес-процессы. То же самое и с роботами. Пойдем дальше. Рассмотрим реальный кейс. У нас есть старый сценарий запроса на отпуск. То есть вам нужно было совершить как минимум 4 клика. То есть открыть живую ленту, вывалить в ней список существующих бизнес-процессов, найти ваш, запустить, заполнить поля и отправить руководителю на согласование. Ну,
это мы имеем в виду, что процесс уже либо есть от компании Bittrex, который идет штатный, либо вы его модифицировали или сделали свой. Это было достаточно сложно. То есть обычный сотрудник не мог осуществить настройку достаточно сложного бизнес-процесса. В новой парадигме мы уже используем RPA. Здесь есть достаточно значимые преимущества. Да, функционала пока не хватает, и полноценно весь процесс не удается пройти, но самое главное, что у нас появилось, это удобное место расположения самого процесса, удобная система настройки этого процесса, визуальная понятность всем участникам процесса. Поэтому этот функционал, он дает больше пользы. Конечно, нам не хватает некоторых роботов. В кулуарах мы, конечно же, поговорили с Антоном. Он нам обещал, что часть из них в ближайшее время появится для того, чтобы сценарий можно было закрыть. Ну, например, это робот, который позволит делать запись в график отсутствия. А пообещал ли тебе робот, который будет менять права файла в диске? Нет, об этом роботе мы пока не говорили, но я думаю, что Антон все услышит, все запишет, плюс те вопросы, которые, я надеюсь, вы зададите нам в ходе этого выступления, и, соответственно, дальше мы будем этот инструмент со своей стороны тоже дорабатывать. Здесь написано «но». Значит, что значит «но»? «Но» — это пока RPA достаточно молодой модуль, в нем не хватает функционала. Но мы постарались со своей стороны и выпустили свое приложение «Лаборатория роботов». В нем на текущий момент 149 роботов, которые вы можете использовать в своей автоматизации. По сути, вы можете из любой сущности менять любую сущность, дополнять, создавать, удалять и... Скажем так, это позволяет вам покрыть основные моменты, которые на текущий момент в системе отсутствуют. Я смотрю, Антон ставит достаточно большие планы и, соответственно, скажем так, нагоняет. Но на следующий год мы тоже не стоим на месте и планируем дорабатывать свое приложение. Давайте разберем следующий кейс. Вот у нас была такая ситуация. У нас есть две группы сотрудников. Первая группа сотрудников – это специалисты отдела продаж. Вторая группа сотрудников – это специалисты технической поддержки. Дело в том, что все наши приложения работают с открытыми линиями Bittrex 24, и они создают чаты. Соответственно, чат создает сущность, к которой привязывается этот чат, и в дальнейшем идет диалог. В рамках этого диалога подключаются как сотрудники отдела продаж, так и сотрудники технической поддержки. Сотрудники технической поддержки не имеют прямого доступа к сущностям CRM. Им это просто не требуется. И возникала проблема. То есть приходило дело, приходил чат на сотрудника технической поддержки, он выяснял все вопросы, потом оказывалось нужно решать что-то сотрудникам отдела продаж, и возникала проблема с передачей. То есть на самом деле у сотрудника технической поддержки нету прав, и нужно было решить эту проблему. Что мы сделали? Мы накидали роботов, которые позволили по одному нажатию клика передавать полностью, закрывать предыдущую задачу, передавать дело, передавать ответственного за сущности сотруднику отдела продаж. А для этого нужно было что сделать? Для этого нужно было сделать отдельную группу социальной сети, к ней привязать все задачи, которые создаются в рамках CRM, в рамках этой группы настроить все стадии для этой задачи, для всех этих задач, которые создаются, и в одной стадии задач настроить роботов, которые, собственно говоря, и занимались этим процессом. То есть сотрудник технической поддержки переключает статус задачи, срабатывают роботы и меняет везде ответственных лиц. Тем самым все оказались довольны. Сотруднику технической поддержки для этого нужен один клик. Сотрудник отдела продаж своевременно узнает, когда ему нужно подключиться. Мне кажется, достаточно удобно. Что мы запланировали на 2021 год? То есть как минимум еще 50 роботов. Мы с нетерпением ждем новый каталог CRM. Мы с нетерпением ждем новых методов, которые позволят нам более плотно расширить возможности нашего приложения. Соответственно, мы, естественно, по запросам наших клиентов, мы видим, читаем и понимаем, что очень сильно начал развиваться интернет-магазин, вообще продукт Bittrex 24 с интернет-магазином, и возникает необходимость автоматизировать. И чем дальше этот процесс развивается,
тем больше желаний возникает, скажем так, связывать его со сделками, связывать его с контактами, компаниями, какие-то производить изменения. Для этого нужны соответствующие роботы. Мы над этим работаем. Работаем в каком плане? Разговариваем с компанией Vitrix, просим их добавить какие-то методы, просим Антона сделать вывод каких-то дополнительных роботов, функций и прочее, прочее. То есть мы с вами влияем на результат. На наш результат вы можете влиять, просто написав техническую поддержку и попросив добавить какую-то функцию. Мы всех слышим, и, соответственно, многие фичи, которые были в ближайшие там, полгода добавлены, они все были по просьбам наших клиентов и самой компании Vitrix в том числе. По большому счету, я могу сказать, что роботы и автоматизация в нашей компании, вот я сам садился и считал, экономят до 300 тысяч рублей в год. На чем, собственно говоря, экономия? Раньше был отдельный сотрудник, который проводил все оплаты всех счетов, скажем так, менял статус и прочее, прочее. Сейчас это все делается автоматизированной системой. То есть это все построено на роботах и бизнес-процессах. То есть автоматически проверяется расчетный счет компании, проверяются счета, сверяются со сделками, проверяются номера счетов, суммы и прочее, прочее. И после того, как механизм понимает, что оплата есть, и она по этой сделке, по этому счету, соответственно, автоматически отправляет письмо клиенту о том, что оплата была совершена, и тем самым экономит очень много времени для наших сотрудников. Здесь уже просят ссылочку на лабораторию роботов. Ну, я думаю, что в конце мы обязательно скинем это. Вот. По большому счету у меня все. Вопросы? Здесь вопросы вообще, конечно, большей частью к Антону, когда будет то и это, и вот это, и вообще как дальше жить-то вот без такого количества запросов, которые здесь есть. Мы, кстати, я думаю, что будем сейчас потихонечку подключать уже Степана, да, Глеб, а я, может быть, сейчас что-нибудь и спрошу. Вот смотри, здесь... Больше, Стас, сейчас к тебе вопрос. На твой взгляд, вот у нас сейчас утверждают, что RPA это вроде бы как замена, да, что он проще и так далее, но на твой взгляд тоже там функционала маловато и тебе прям очень много хочется всего. Или ты как интегратор справляешься с запросами клиентов и с помощью RPA уже из своих доработок успешно внедряешь и не видишь каких-то там сложностей и проблем? Ну, ты знаешь, модуль RPA, он прежде всего помогает быстрее входить в процесс, проще входить в процесс, понятнее входить в процесс. А это очень немаловажно, потому что если человек не понимает базового какого-то элемента, базовой какой-то функции, то какая бы она умная и красивая ни была, это никаким образом не помогает решению самой главной задачи. Тебе нужно что-то согласовать, тебе нужно что-то создать, тебе нужно добиться какой-то цели. Если у тебя сотрудники не понимают, что нужно делать, и для этого нужно отдельное обучение, это плохо. Это позволяет, скажем так, тратить дополнительные ресурсы, и по сути экономить не получается. Поэтому да, RPA, конечно, на текущий момент не все может, вот. Я уже сказал, что часть функции мы добавляем и ждем с нетерпением от вас дополнительного функционала. Но в RPA можно организовать внутреннюю техническую поддержку, можно согласовать какие-то простые договора. Сегодня я уже показывал, что можно работать с отпусками и прочими. То есть это уже мы делаем, да, есть вопросы, но это можно сделать, и это удобнее. Здесь еще конкретно вот тебе, Стас, благодарность твоему приложению от благодарный дилер проектов. И еще и такой вопрос, может быть, с подковыркой. Насколько безопасно ставить ваше приложение? Я тоже потом добавлю после твоего ответа. Я не знаю, в каком контексте спрашивают пользователи про безопасность. Тут есть два момента. Первый момент – это то, насколько мы... Как-то ли ты гарантируешь, так как здесь утверждается, что ты задействован непосредственно в процессах, да, компаний разных, то есть насколько ты... Смотрите, устанавливая любую нашу разработку, вы подписываете соглашение. В этом соглашении четко определено, что мы, во-первых, отвечаем за данные, во-вторых, мы не храним их. Мы храним только технические параметры, которые по большому счету хранятся один день. То есть через день мы не можем уже восстановить целостность этих данных.
Почему мы говорим, что если у вас есть проблемы, к сожалению, мы помочь не можем. То есть мы храним технические логи, но они никоим образом не позволяют нам понять, кто сколько заработал, кто куда чего делал и прочее. Есть еще второй момент. Партнеры иногда боятся устанавливать сторонние такие разработки, потому что они думают, что мы кого-то перетягиваем. Мы со своей стороны, если к нам приходит и заявляет, что я партнер, я хочу установить, мы помечаем такие порталы, им даже не звоним, не пишем и ничего не делаем. Соответственно, я не вижу проблем с безопасностью. Я могу сказать, что наши разработки используются даже в компаниях, в которых тысячи сотрудников. То есть даже enterprise сегмент скачивает роботы и бизнес-процессы. Для меня это было удивительно. Я думал, что они работают только с коробками. Ну, в общем, стандартного договора, как правило, обычно становится достаточно. Конечно, да? Ну, все же идет в рамках правового поля. Ну, здесь, да, ссылку вот просят. Ты, я думаю, что потом... Я думаю, что даже вам нужно будет просто написать Стасу. В маркетплейсе, лаборатория роботов, и все. Там тоже можно, там это работает очень... поиск, можно легко и искать. Так, вот здесь еще вопрос. Здесь, наверное, я передам сейчас вопрос в зал Антону, что Антон, не хватает прав в RPA как ВП по стадиям. Тебе просто вот тебе для заметки, что вдруг чего-то сейчас. Кстати говоря, может быть, ты хочешь выйти поотвечать на вопрос, пока у нас небольшая тут заминка со Степаном. Я могу тебе задать парочку вопросов и. Я думаю, что давай, Антон, ты выйдешь на этот самый к нам в студию, пока что вот можно переключиться на меня, и я тебе позадаю буквально вопроса 2-3 тебе задам. Значит, вот смотри. Вопрос такой. Может, немножечко глупый, как утверждает наш партнер, но я думаю, что нет. Есть ли какие-то планы у тебя по внедрению роботов в какие-то другие сущности? То есть, например, в почту. То есть, например, когда можно будет настроить роботов на создание задач или иных вещей на основе содержимого писем. Здесь опять, вот видишь, в целом про вот интересно, вот вообще куда мы мыслим в части в автоматизации. Что еще захватим? После меня будет доклад Антона Горбулева про универсальные сущности. Угу. И он, я думаю, затронет тему, где в новых сущностях CRM мы тоже добавим роботов. Также мы планируем перевод заказов и предложений на новые интерфейсы, и, соответственно, там тоже появятся роботы. Но конкретных сроков я не могу вам сказать. Да, нас запрещено. Окей, хорошо. Значит, смотри, здесь уже точечные вопросы, ну хорошо, я тебя спрашивал про activity управления правами в файле. Кстати говоря, это запрос не единожды, скажи, будет или нет хоть вообще? Про диск, да? Да. Честно говоря, то есть, пример, когда, например, по бизнес-процессу прошел какой-то файл, мы кладем его на диск и ставим ему вполне конкретные права, что Антон может видеть, а человек я уже не могу видеть. В этом случае у нас как-то релизных пока нет планов таких по диску, конкретно по бизнес-процессам в диске. Не так много фидбэка. И пишите в техподдержку, мы будем регистрировать вообще все обращения. Собственно, по обращениям мы будем реализовывать те или иные фишки. Окей, я думаю, что тогда у нас вроде бы как получилось подключиться со Степаном. Можно будет уже потихонечку сейчас переключаться на меня потом, и мы потом подключим и Степана, и Стаса, и продолжим. Так, мы в эфире. Стёп, что-нибудь скажи, чтобы мы тебя послушали, что да, все в порядке, ты можешь день. Говорить. Да, слышно меня, все хорошо? Я говорю. Погромче. Привет. Да, все привет, хорошо. Да. Окей. Слышно ли меня? Все ли хорошо? Да, тебя слышно. Тогда вперед, давай, твоя часть. Отлично. И потом буду давайте. Набрасывать тебе вопросы тоже. Супер. У меня маленькая презентация, но емкая. Презентацию можно?
Кому сказать? Степ, секундочку, я в эфире, да? Степ, секундочку, у нас пока что нет звука. Да-да-да, коллеги, мы видим, что звука нет. У нас очередная накладка, это окей. Издержка, издержка текущей схемы, хорошо, принимаем. Сейчас мы буквально наладим. Да, презентацию мы дали, звук у нас опять пропал, звука у нас опять нет. Мы работаем над этим, дорогие коллеги. И я пока что сейчас забью эфир тем, что вы можете задавать самые клевые вопросы, мы его оценим и потом пришлем вам какой-нибудь подарок. Кстати говоря, Антон, вот я здесь говорю, по нашим... Да, звук уже появился, но я говорю, что по нашему вот фидбэку, который я тебе задавал, обещают написать по какому-то вопросу вообще со всех порталов, чтобы поднять в топ запрос на реализацию. Окей, мы ждем, видимо, вопрос про права на файл. Можем ли говорить или нет? Раз, два, три, четыре, пять. Да, звук есть, все, я умолкаю. Ну что, видно ли меня теперь? Слышно ли? Отлично. Я тебя вижу. Давайте, да, прекрасно. А презентацию видите мою? Всем привет. Друзья, я хотел бы рассказать про BitTrex24 документ оборот с точки зрения того, что появилась новая функциональность. И исторически в BitTrex 2008 или даже 2005 года, точно не помню, был модуль документа оборот, который позволял настраивать какие-то базовые возможности документа оборота. И вот сегодня я хочу рассказать про то, какие возможности по реализации документа оборота на платформе сейчас. Что вообще есть? Вот у меня есть такие две половинки. Какие процессы в документ обороте вообще есть? Согласование счетов внутри, бюджеты, инвестиционные проекты иногда бывают. И вот, ну, справа я вот специально ничего положил. Это те вещи, которые, как правило, в значит, и мы значит, решаем крайне редко введение входящего и исходящего документа оборота. Это учет внутренней переписки и планерки и собрания. Ну, они есть в Битриксе, просто их редко приходится решать именно с помощью задачи документа оборота. И вот на сегодняшний момент мы видим 4 способа, когда к нам приходят клиенты и говорят, мы хотим документооборот, мы видим 4 способа реализации документооборота в BitTrex24. Это бизнес-процессы старые добрые, которые многое на самом деле позволяют делать, работают и в облаке, и в коробке. Вот Антон рассказал, как много там есть возможностей. RPA мы рассматриваем как новая простая модель, но это действительно шаг вперед, и многие вещи через нее можно делать. У нас есть собственное решение коробочное, которое мы вот собираемся перевести на облачную платформу, мини-система электронного документа оборота. Она, на наш взгляд, сочетает в себе достоинство RPA, которое вот только появилось, а именно это наглядность для каждого участника процесса, простота настройки и большую гибкость, которая свойственна бизнес-процессам. Ну и не будем забывать, мы работаем не в вакууме, мы работаем на сложившемся рынке. И системы 1С документооборот, Директум и вот даже Диадок для подписания документов, они используются, и часто приходят компании, которые говорят, а мы хотим в BitTrex24 иметь цифровую подпись. И поэтому вот наивысшая стадия развития вопроса документооборота, который мы видим, это коннектор к 1С документооборот. У нас есть успешный опыт такой интеграции. Ну, специфическая тема, прямо скажу, но почему бы и нет? Это совершенно реальный сценарий. Вот на наш взгляд, для RPA в ее нынешнем исполнении характерны довольно простые согласования, но, тем не менее, покрывающие большое количество потребностей организации. Это согласование пропусков, выдача доступов каких-либо, счета и акты, договоры и доп. Соглашения, даже с развилками. У нас вот есть типичный модельный пример. Мы на нем тестируем все новые, значит, механизмы для документа оборота. Это если соглашение, заключение договора зависит от тех или иных условий. Там, по левой ветке, по правой ветке. Вот в таких ситуациях мы тоже готовы применять RPA. И согласование командировок и небольших проектов тоже возможно через этот механизм. Мы провели, ну, не буду в рамках презентации показывать сам пример,
Мы настроили типичный процесс в роботизации бизнеса в RPA-платформе. И что я сейчас вижу? Действительно, это простота настройки, легко воспринимается всеми клиентами, удобная карточка процесса и возможность использовать свои приложения. Мы сейчас обдумываем, не перенести ли наш мини-сет модуль, который полностью сделан как коробочное решение и довольно сложное, на самом деле, в разработке, не перенести ли его в том или ином виде на RPA-платформу, чтобы поддержать и наглядность, и сохранить возможность гибкой настройки. Минусы. Пока нет бизнес-процессов, нет сложных конструкций, и пока серьезная доработка закрыта, ну, поэтому именно мы ждем, чтобы работала возможность, те, которые Антон анонсирует. Я хочу сказать спасибо всем, кто пользуется инструментами, и вендору отдельно за то, что тему не забрасывают. Откровенно говоря, мы приуныли, когда, значит, там, скользнула мысль, ну, там, документооборот. Вот бизнес-процессы, теперь все на них. Мы понимаем, что возможности их не слишком большие, а наглядность страдает. Поэтому мы очень рады, что появилась новая платформа, мы ее активно применяем, внедряем. Я считаю, что надо относиться к Bitrix, я сегодня это уже говорил, как к корпоративному софту, который позволяет решать серьезные бизнес-задачи, именно так к этому и подходить. Поэтому наша тема – это документооборот. Welcome, приходите, и мы будем использовать те инструменты, которые не более адекватны. Спасибо. Да, Степ, у меня к тебе небольшой вопросик. Слышу, меня Степа слышит, да? Можем общаться? Да, я тебя слышу. Да, Степ, у меня вопрос к тебе. Вот Станислав поделился своим опытом работы с RPA. У тебя какой опыт? То есть прям ты можешь выделить что-то сейчас, какое-то отдельное направление по своей части, что пользуются, там, хотят больше внедрения бизнес-процессов, и тебе не важно, там RPA, не RPA. Либо хотят, наоборот, простоты и хотят делать что-то сами. Или там, роботов просто достаточно с триггерами. Да. Честно говоря, еще со времен БУСа у нас есть такое правило. Когда мы занимались только бусом, понятно, что он никуда не делся. Есть такое правило, что пока клиент сам не заговорил с тобой об инструментах, не надо с ним разговаривать про инструменты. И поэтому RPA у клиента будет или не RPA, он узнает, ну, вовремя, конечно, он об этом узнает, но это не предмет вообще разговора. И мы стараемся браться не за мелкие задачи, в которых сказано, там, ну, давайте вот робот добавим в стадию сделки. Хотя бывает такое. Приходится этим заниматься, но стараемся этого не делать. Стараемся брать более крупные задачи. Поэтому те задачи, которые прилетают, мы стараемся решать адекватными средствами. Сейчас средство номер один для нас – это, конечно, бизнес-процесс. Мы увидели большую перспективу в RPA, начали ее использовать. Пока это точечное использование, не скажу, что… Бизнес-процессы, то есть, в смысле, самые первые, да? То есть… Ну, самые первые, они живее всех живых, и в ленте, я тут вот, ну, не стал комментировать, Станислав сказал, что там бизнес-процессы в ленте используют крупные компании. Ну, и да, и нет. Все, что раньше было в списках, теперь можно делать практически все в ленте. Мы сами многие наши собственные процессы перенесли в ленту. Фактически есть лента, есть CRM, они покрывают огромное количество задач. В RPA мы видим будущее именно в процессах согласования договоров, когда они разовьются. Это будут точки согласования бюджетов, проектов, дашборд удобный. Это хорошо. Но в целом, чем сложнее задача, тем более вероятно, что будет запрос либо на кастомный код, как наш вот мини-сет для облака и коробки, либо это прям приходят и говорят, а вы можете обеспечить соблюдение требований к журналированию входящих документов по ГОСТу такому-то. Вот. Я не знаю, можно ли сегодня упомянуть конкурирующие продукты, Олег, помодерируй меня, фирма 1С, честно. Ну, вот так аккуратно. Аккуратно. Ну вот если вы зайдете просто на главную страницу там, продукта 1С документооборот, там первое конкурентное преимущество, которое будет написано, соблюдение требований ГОСТ. И это, ну, конечно, там нет простоты и гибкости, и там нет CRM,
которые есть в продукте Bittrex24. Но если у людей первый флаг, которым они машут, это соблюдение требований ГОСТ, то будем выбирать соответствующие инструменты. Я пока не вижу, что произошло какого-то революционного изменения, но мне кажется, что на самом деле вот подлинная причина, зачем Bittrex делает RPA, нас не спрашивают, правда, но я вот им скажу, зачем Bittrex делает RPA. Бизнес-процессы – это все-таки штука для программистов. То есть их любят программисты, внедрятся, их настраивают программисты, а человеку непосвященному с головой обычной формы, а не кубической, приятнее работать в более дружелюбном интерфейсе. RPA – это более дружелюбный интерфейс. И, может быть, не надо в них тащить все вот это многообразие инструментов, которые есть в бизнес-процессах, иначе мы получим еще один недружелюбный, ну, не буду говорить слово недружелюбный, сложный в настройке инструмент. Люди хотят чего-то более простого. Поэтому палитра текущая мне очень нравится. Есть RPA, есть бизнес-процессы, есть куча внешних точек расширения, типа кастомных действий бизнес-процессов, через которые делаются интеграции с облаками, и вообще делаются любые кастомизирующие штуки. Есть возможность подключаться к внешним системам документа оборота. Да спасибо, много чего есть. Вот так, Олег. Окей, Степан, а вот еще, ты, может быть, замечаешь или нет, что я опять-таки про RPA либо бизнес-процессы. То есть, если интерфейс, нам все понятно, то есть, не видят, да, или ты просто, нет у тебя запросов, что вот, ребят, запросов пока нет. Слышали RPA, вот там просто и прям вообще все хорошо. Запросы пока единичные. И, ну, еще раз повторюсь, возможно, это потому, что слова «бизнес-процесс» уже всем въелись в мозг, и все говорят, мы хотим бизнес-процесс. На самом деле люди называют бизнес-процессами очень разные вещи. Целенаправленных запросов на RPA я видел, ну, наверное, два. Не знаю, может быть, у Станислава какая-то другая статистика. Именно от клиента, не от интегратора, не от внедренца, от клиента. Мы хотим именно RPA. Ну и, видимо, когда клиенты называют слово RPA, ты... Мы понимаем, что надо заводить. Ты продаешь им бизнес-процесс. Нет, нет, я считаю, что партнер просто пришел. Окей. Хорошо, коллеги, мы немножечко идем с опережением графика. Я думаю, что уже сейчас этот доклад будем завершать. Степан, спасибо. Стас, спасибо. Спасибо. Да, у нас есть еще время. Кстати говоря, коллеги, следующие, кто будет на докладах, у вас есть возможность не спешить, а спокойно рассказывать. И я напоминаю, что у нас еще действует конкурс на лучший вопрос. Вы можете задавать вопросы. И у нас сейчас будет следующий доклад. Антон Горбалев расскажет вам новости. Новости из лаборатории. И он расскажет вам, что ждать интеграторам CRM в новом году.